добывается в Турции только в двух местах – Памуккале и Каппадокии. Образуется из горячих потоков полезен для человеческого организма минерал. Благодаря природным ресурсам оникс делится на три вида – зеленый, коричневый и белый. Зеленый добывается 150 метров в глубине земли, содержит в себе минерал медь. Медь вылечивает сердечно-сосудистые заболевания, нормализует давление, очищает почки, песок и камень. Коричневый добывается 80 метров в глубине земли, содержит в себе минерал железа. Железо улучшает кровообращение и поднимает гемоглобин. Внимательно смотрите на изделие. Расположенная линия похожа на трещины. Это не трещины, это прожилки камня. Если бы они были трещины, при первой же обработке токарном станке раскололся бы. Невозможно было бы ее продолжать. Третий, белый, добывается 50 метров в глубине земли. Содержит в себе минерал кальций. Кальций, как вам известно, укрепляет кости, восстанавливает зубной эмаль. Также пропускает через весь мир. Дамы и господа, почему я вам показываю каждый бокал на лампочке, чтобы вы отличили натуральный оникс от подделки. Подделка через себе свет не пропускает, хотя расцветка точно такой же. Это первый. Второй. Самый главный. Любой простой воду настаивать 20 минут, пить на голодный желудок. Это рекомендуют наши местные врачи. Обязательно жидкость настаивайте 20 минут. Третий. Очень хорошо определяет качество вина и напитки. Так, например, наливаете вино, если вино просроченное, через 15 минут по краю черная пленочка собирается. Для этого надо подбирать бокал зеленый, коричневый, белый. В одном бокале должен быть вот таким образом. Универсальный. Всем понятно? Так, кроме этого, в нашем магазине имеется три вида античных камней. Скажите, пожалуйста, с какого материала изготовлена вот такая бокала? Миллионы лет назад деревья остались под сырой землей, окаменело. Окаменевшие деревья имеют весь камень, но через себе свет не пропускает как вниз. Среди этих бокалов только вот этот бокал, декоративный бокал. Если вы не видели окаменевшие деревья, наверное, не видели фасолит, который 80% помогает от аллергии, запомните. Камень фасолит образовался после вулканических кольцов, добывается в берегах Черного моря и пропускает со следами свет, жучков и ракушки морских.